Следующая пара. Пара номер 7, да, Макс? Седьмая пара. Опа, парни заряжены. Коля, дай микрофончик. Ну, рассказывай. Как и что? Зовут Ваня, зовут Максим. Хорошо, а что еще? Ничего. Ничего, кем работаешь, Ваня? В институте, поступил аспирантом. А, богат, аспирант боксер? Читал, да. Давай удачи, по-боксерски. Так, викинги один за одним выходят из этого угла. Давай, рассказывай. Всех приветствую на это данное мероприятие. Город Дуб-3, большой привет. 69-й регион. Теперь живу здесь. Здесь третий раз. Попробуем. Чем давай. Будем. Попробуем, попробуем. Удачи тебе. Давай в долгое время переводить. Надо его без двигаться. Не смущайся. Бойцы на середину. На середину. Парни, слушаем мои команды. Помним про правила. Беремся честно. Руки пожали. Все по углам. Готов? Готов? Бой! Давай, на руках, Не бойся, он тоже боится. Иди на него! Не жмись! Спину! Не трать силу! Вставай лучше! Вставай! Лучше развернись! Руку сверху сними! Да, и эту руку снимай! Снимай руку! Подбородок ниже! На него, подбородком иди, на него! Крутись! Вставай! Стоп! Красава, чё? Нормально. Ноги потеряли? Да нет, с добрым утром. Вода есть? Да, вода вот на время, да. Сейчас не открывай, так болит. Аккуратно. Главное на характере. Красавчик. Бойцы на середину. Красавчик. Ну что, смертельным захватом побеждает боец из Твери. Аплодисменты, дамы и господа. Ой, идите к Коле, расскажи. Ладно, подходите сюда, бойцы. Как ты выживал столько времени? Засыпаешь за секунду. Да потом за секунду. Вижу тебя не первый раз, а кое-кое все шикарнее. Как ты по голову чуть не оторвал? Удивляюсь. Я сам испугался больше, чем Ленову. Чем могу сказать? Каждый раз чуть больше тянет. Главное, мотивация есть. Дальше идти. Зачем? Знаешь, ты каждый лет, я думаю, ответит по-своему. Ты уже далеко не студент, часто здесь бываешь. Себя проверил неоднократно, доказывать ничего не надо. Каждый раз побеждаешь по-разному. Для чего? Это знаете, наверное, как я отвечу. Как наркотик, вот мотоцикл, у кого-то бои. Каждый ищет свой кусок адреналина в этой жизни. Кто-то в чем. Наркотик хороший. Еще затягивает. Забористый. Понятно. Спасибо. Шикарный бой. Иди сюда. Лично, честно, я напугался. Человек мог оторвать себе голову. Еще чуть-чуть, небольшая подготовка. Подбородок в сторону мог выйти. На руках было интересно. Почему задушили? Ну, как считаешь, из-за чего это произошло? Ну, классно. Ударки нормально, все, ну, хорошо. Не слабее, достойно очень. Ну, по ударке я вообще не помню, как это было. Вроде бы там, может, помахнулся. Попадали, но все равно. Ну, может, попадал, да. Один и тот же вопрос постоянно для людей, которые ни разу не засыпали, как ты, но не сдались. Таких мало. На моей памяти Питбуль, который никогда не сдавался, но много засыпал. Ты видел
единорога розового во сне или нет? Всех это интересует, правда, меня тоже. Что за вопрос? Нет, такие сны. Когда засыпают на ринге, нет? Сейчас вообще ничего не делаю. Не, но меня вроде... Да я не помню, все, в момент понимаешь. Все, понятно. Давай, успехов, готовься. Врач не нужен, но... А? Врач не нужен, все, хорошо. Давай, одевайся.